Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Мир Юрского периода. Так, Зуханим у нас готов. Давай заберем. Поместить. Сразу мы его прокачаем до 10 уровня. И будем иметь в виду, что он у нас готов прокачаться до 20 уровня. Так, Зуханим, значит. Следующий, кто у нас там готов, это Птеранодон. Тоже забираем. Так, надо, кстати, посмотреть, сколько у нас их. Ага. То есть нам нужно еще одного 20 уровня сделать, и можно будет переводить на 40 левел. Это, кстати, очень круто. Так, здесь забираем награды. Раз, два. Так, ускорение, сделка. Давай-ка сделку мы быстренько сейчас посмотрим. ДНК на баксы я не хочу. Кратер на еду, вот это я, пожалуй, сделаю. А что у нас тут еще есть? Так, это я воздержусь. Хотя 10% надбавка была бы неплохо. Снижает показатель атаки на 45%. Супер редкий. Нет, я оставлю эту карточку. Костер. Ну вот костер можно поменять. Так. Это я менять не хочу пока, ребята. И это тоже не буду. Так, ну что, заходим в Юрский. И смотрим. У нас гигантозавров много. Во, малолафозавров. Давай мы, наверное, будем менять на... Ну, давай на баксы. 50 всего лишь. Че так мало-то? Всего лишь 50 долларов. Хорошо. Так, что у нас? Оу, топижар-то сколько? Ё-моё, давай на очки доверий. 82 очка доверия нам дают. Давай дальше тогда. Погоди, погоди, погоди. Вы что делаете-то? А, все уже, ладно. Так, использовать ускорение, потратить еду и собрать моды. Моды нам нужно собрать. Вот что я скажу тебе. Так, поехали. Хочу посмотреть, что у нас там. Угу, повышает показатель атаки на 40% и снижает ОЗ на 25%. Окей, забрали. Что у нас еще тут? Хавчик. Нам нужно потратить хавчик. Ну, в принципе, ребят, тут ничего сложного нету с едой пока в данный момент. Так, а я пока, пожалуй, знаешь, что сделаю? Поставлю кого-нибудь выводиться. У нас еще легендарки, по-моему, есть. Или все, или я потратил. Ага, потратил, получается. Плохо. Тогда будем выводить кого-нибудь. Нет, лабиринтозавра я не буду. Мауэзавра тоже пока не буду. Вот, Птеранодон мне нужен. Подожди, а точно он мне нужен? Там же... Ай, по-моему, излишки сделал. По-моему, ребята, сделал излишки. Так, здесь, тиранозавр, ты будешь? Ну, неужели? Созрел. Так, поместить, смотрим. Не забудьте пройти события. Все. Нет, я не буду тебя пока ускорять. Мне нужно, чтобы их тестега. Твою налево, как специально, еле-еле. Сейчас попробуем тогда, ребята, ускорить. 120. Вы что, издеваетесь, что ли? Эй. Не, ребят, так дело не пойдет. Я сейчас все так доллары свои потрачу. Игровые. Нет, пускай выводится тогда сам уже как-нибудь. Так, здесь мы быстренько отправим Оуэна. Ну что, у нас есть Птеранодон, да? Птеранодон. Если мы, например... Сколько тут надо ждать? Да мне проще вот здесь, наверное, завершить. Поместить. Прокачать. И поставить скрещиваться. Даже вот так вот
наверное, будет эффективнее. Блин, все доллары сейчас опять же протрачу. Ладно, пока воздержимся. Ну что, нам нужно сделать с тобой 3 PvP арены и плюс кайнозойскую. А сейчас глянем, что у нас там по событиям. Вместе с приливом, землетрясение, битва за выживание. Ну, в принципе, нормуль. А тут у нас что? А тут ерунда. Ну что, погнали. Вместе с приливом. Лицихтис, Артакантус и Декадерма. Ну что я могу сказать? Плезиозавр плюс Тилозавр. И Геликоприо. Вот такая у нас будет команда. Фига он прокачанный. Начнем с удара. Так. Сейчас будем смотреть. Конечно, Декадерма, ребят, это жесть. Вот что вот он там сделал? Защиту или что? Не знаю, проверим. Угу. 4 очка действия. Ну, тут понятно. Тут понятно, запинал. Дай-ка я возьму Геликоприона. Вот так вот будет достаточно, да? Так, Артакантус вышел. Ну, конечно, ему тут проще нас подбить. Раз, два. Раз. Раз, два. Проверочка. А вот теперь Декадерма. Ё-моё, 317 к атаке, ребята. Слушай, по-моему, ему крышка. Да. Все, мы здесь победили. Декадерму мы здесь запинали. Очень круто у нас получилось. Так, ну это был только первый же поединок. Вместе с приливом. Непишительное название. Так, давай дальше посмотрим. Эдестус. Две штуки у нас тут. И Геликоприон. Но здесь я могу, наверное, взять Ромалиозавра. Даже не так. Кранозавр, Ромалиозавр. А вот здесь взять. А вот здесь, наверное, нам взять лучше. Твою налево. Слушай, здесь, наверное, все-таки не будем брать Кранозавра или будем. Ты посмотри, сколько у них атаки. Давай, наверное, Генодуса возьмем все-таки. И Артакантуса. Поехали. Слишком... Ох, нифига у нас у Генодуса сколько к атаке, ты посмотри. Эдестус. Слушай, он мне напоминает, знаешь, кого этого? Так, сколько он там сделал? 9 отсюда. Геликоприона он мне напоминает. Меняет, ребята. Ай-яй-яй. И атакует. Ну, жук, а? Ну, жук. Так, Артакантус, выходи. Проверочка. Есть, проверочка прошла. Ну и очередной Эдестус вышел. Я тебя понял. Я тебя прекрасно понял. До свидания. Всего хорошего. Все, друзья мои. Второй поединок мы тоже осилили. Так, и последний. Архилон, Кайвикея и Гелосмозавр. Значит так, берем с тобой Артакона. Здесь мы возьмем
Блин, ну кранозавр. Вот, блин, архилон. Архилон будет слабее. Но я могу, знаешь, что сделать? Взять Генодуса. Взять Генодуса, а вот... А здесь надо, наверное, брать все-таки... Да. Ладно. Надеюсь, Артакон справится. Но на всякий случай возьму здесь еще Зуходуса. Нет, Кранозавра. Нет, все-таки Зуходуса. Поехали. Сейчас мы все это дело посмотрим. Во что выльется у нас? Так, архилончик. Опа, а вот это не надо делать. Ну что, бомбанем. Ты посмотри, что делает. Гелосмозавра взял. Давай-ка я вот так вот рискну. Все, я тебя понял. Все, он нас подбил здесь, друзья. Раз, два, три. Раз. Вот так вот я попробую. Так, ну этому крышка. Выходит опять архилон. Посмотрим, на что он способен. Он меняет. Ну, походу дела, тебе тоже, парень, крантарики. Я возьму, поменяю на Генодуса. Раз, два, три. И вот так вот. Есть, вырубаем. Ну что, архилончик, здорово. Вот ты как делаешь. Ну, тогда ты подписал себе смертный приговор. Просто подписал себе смертный приговор от нашего Артакона. Все, ребята, у него шансов нету здесь. Пошел ко дну. Красиво, красиво. Ну, а теперь мы забираем. Так, здесь у нас колесо призов. Ну, здоровски. Протостига какая-то выпала нам. Так, это сколько? Через 3 дня, да, начнется у нас лига. Так, здесь забрали. Здесь пока нам ничего не надо. Так, ДНК. Улучшить. Улучшить пока не можем. Как же здесь долго еда копится, а, друзья, если бы вы знали. Ну что, переходим тогда на следующее событие. Что у нас там? Только для хищников. Только для хищников. Так, нондогозавр. Да. Если я поставлю Таниколагриуса, мне кажется, его разбомбят. Но попробовать все равно можно. Да, действительно, будет жесткий поединочек. Поехали. Ох ты, 2 атаки сразу с лету делает. Проверим. Ну, в принципе, вот и моя крышка. До свидания. Ну, а дальше, если будут по две рептилии ставить и тому подобное по этой амфибии, то мы не справимся. Сейчас глянем. Ну, я так и думал. Сейчас будут по 2 давать. А Контостега, ну что тут взять? Я не знаю,
Карнораптора и Алангозавра. Ну давай посмотрим. 5 уровня. Ух, ё-моё. Да, я не спорю, ребят, здоровье здесь, конечно, у них вообще мизер. Но это нисколько меня не успокаивает, абсолютно. И он сразу бомбит, понимаешь? Раз, два, раз. Блин, и тут еще больше здоровья. Точнее, атаки. Ну, смотри, что творит, а. Ну что, Лангозавр, надеюсь, ты меня не под... Да нет, ребят, не подведет. Все, нас хватит. Пробивные мощности. Так, и переходим с тобой на последний поединок. Сейчас посмотрим, что у нас тут. Эриопс, Гриппозух и Метриоринг. Твою налево. Ну хотя бы 1 уровня. Ладно, возьмем так, так. Так, так и вот так. Сейчас будет трэш какой-то. Риопс имеет 677 к атаке. Ой, к жизни, ё-моё. Атака у него 137. Хм. Давай, давай, что-нибудь делай уже. Так, ребята, я, по-моему, думаю, мы можем его завалить сейчас. 677, да? Окей. Поехали. Так, минус Риопс. Гриппозух. Ой, спасибо огромное. Как же ты меня выручил, а? Что ты так сделал? Раз, два. Раз, два, три. Раз. Ну и все, ребята, я думаю, что здесь всем и так все ясно, да? Что победа будет за нами. Награда, конечно, здесь не очень хорошая, но что есть, то есть. Все, победили. Хотя награда хорошая, ребята. $200 дали. И Капразуха. Забираю свои слова обратно по поводу награды. Все отлично. Так, здесь и заберем наградушку тоже. Так, что у нас еще по заданиям? Что у нас еще по заданиям, по схваткам? Друзья, ну можно битва за выживание попробовать пройти. Еда, сам понимаешь, лишней никогда не будет. Аргентинозавр и плюс тут еще Тодзи. То есть, ну как бы можно сделать Гуанлунь плюс... Ну, Бонитозавра можно взять, да? Можно взять же. Погнали. Сразу берем бонус. Они 40 уровня все. Раз, два, три, поехали. На тебе. Давай сюда своего Тодзю. А вот и Тодзи пришел. Выпендривается, да, значит? Тогда ему тоже крышка. Ну, тут довольно легко все было. Хищник против травоядных, сам понимаешь, да? Классовое преимущество, так что... Стегоцефал, пеликанимим. Да. Давай так сделаем, тогда получается и... И вот так. Мой пеликанимим будет покруче, согласись. Сразу с атаки начнем.
Так, а у него вообще, ребят, тут пеликани мимо, а у нас пеликаниптерикс. Шансов ноль. Проверим. Все, тут даже говорить не о чем. И последний заключительный поединок. Кого нам тут подсунут? Тодзи и Тропиогнат. Да. Это против Тодзи, а вот это будет против Тропиогната. Нормально должно получиться. Так, копим пока бонусы себе, чтобы сразу его наказать. Меняет. Ага. Ну ты сам напросился. Опарыш ты несчастный, давай сюда. Лабиринтозавра. Иди отсюда. Так, ну вот и Тодзи подоспел. Смешно смотреть на его попытки нас вот вырубить. Просто смешно. Ну вот, друзья, отлично. И здесь мы тоже наказали. О, сколько хавчика. Наконец-то хоть пошли в плюс. По еде. Так, что у нас там? Кто против нас там? Давай сыграем. Поймаем его лично. Он уже лег на живот. На блин, на бочок уже довольный. Балдеет. А, видишь, какой довольный. Так, и последнее. Все, ну тут легко было, на самом деле. Забираем. Так, и смотрим. По-моему, в схватках у нас выполнено абсолютно все. Единственное, что можно вот здесь попробовать, конечно. Уинозавр, анкилозавр и нондагозавр. Вот такие вот против нас выступают. Так, у инозавра. Можно, а что можно? Где у меня хищники все? Где мои хищники? Нету их. Тогда сделаем немножко по-другому. Возьмем у эрхозавра. Против анкилозавра мы возьмем. Да, даже, например, стегоцератопса. И против нундагозавра мы возьмем тропиогната. Я думаю, здесь всем будет и так ясно, что победа будет за нами. Давай сразу ударим. Вот так. Ну что ты там будешь делать? Меняется. И что, он думает, что это будет ему лучше, что ли? Я не пойму. Я вот так сделаю. Ой, дурик, ой, дурик. Ладно, это его выбор. Давай, тропиогнатик, выходи. Раз, два. Раз, два. Ну что же, он получил свое. Анкилозавр. Прощай, тропиогоптер. Мы тебе не забудем. Ну, отомстим. Ну, обязательно отомстим. Поехали. На тебе, анкилозавр. Ну и тут маленький уйнозавр, у которого всего лишь 208 атаки и 430 хп. Вот он и допрыгался, кузнечик. Конечно же, ребят, уничтожаем. Отлично. Но это еще не конец битвам. У нас еще там
Насколько помню, две попыточки. Так что давай, Скафагнат, Пеликанептерикс, Индоминус Рекс. Вот это вот плохо. Ну, против него у нас есть Нундагозавр или Диплотатор. Так, здесь, значит, берем Апатозавра, Анкилодока и... Ну, наверное, Диплотатора будет достаточно, да? Я думаю, да. Погнали. Здесь мы потратим с тобой 30 очков доверия, но выиграть должны на порядок больше. Неужели он возьмет Индоминуса, а? Печаль. Друзья, это печаль. Диплотатор, выходи, пожалуйста. Тут кое-кто намешается очень сильно. Уберите его с поля. Спасибо огромное. Спасибо вам огромное. Ну, а дальше мы уже справимся. Дальше мы уже сами, своими силенками, да, как говорится. Ну давай, Пеликанептерикс, выпендривайся. Вот так вот ты решил, да, сделать? Хорошо. Давай посмотрим. Все, крышка тебе. Ну, а дальше Скафагнат. Даже это тебе не поможет, парень. Даже это тебе все не поможет. Ну что, добиваем? На тебе. Замечательно. Ну что, у нас последний поединок. Смотрим, кто у нас тут. Астапозава, Супранотитан и Карнораптор. Ну, здесь, ребят, я думаю, будет все изи. Берем Эдиоморфодона, Нондагозавра и Птеродактиля. Сразу начну с атаки. Так, Птеродактиль у нас... Да, он бы мог его сразу, в принципе, завалить. Ну, ты, жук, напросился. Посмотрим, что он сейчас тут будет делать. Он, естественно, пойдет сразу же меняться на Стопозавра, да? Нет. Ну-ка. Вот так вот, Супранотитан выходит. Они вообще ничего не сделают мне, понимаешь? Вообще ничего. Просто пощекочат. Ну, а мы, естественно, в свою очередь добиваем. Ну что, вот он, Астапозавр, который, конечно же, добьет мне Нундагозавра, но дальше уже, сам понимаешь. Дальше мои птички разберутся с ним. Давай. Все быстро и легко. Опа, еды, станция связи и диплодок. И плюс, ребята, 260 очков доверия. Потратили 30, получили на 230 больше. То есть намного выгодно, да? Ну что, с этими мы закончили с поединками. Так, у нас еще ежедневки остаются. Блин, так хочется потратить. Ну, давай я разочек еще. Да неужели, твою ж налево. Друзья мои, свершилось. Что? Ты сколько? 457 тысяч еды нужно для... Вы серьезно? Офигеть, друзья мои, он проглот. Ну чего-чего, ну я не думал.
Да, я думал, мы сейчас с тобой прям вот с лёд поставим Раджастегу. Но, как понимаешь, нифига. Давай кого-нибудь тогда другого ставить. А кого тут другого? Кетсу, что ли? Ну, не хочу я Кетсу сейчас ставить. Может, это Николагрюза скрестить? О, вот кто у нас есть. Вот кто у нас, ребята, может начать эволюционировать. Пускай. Это ж сколько мне еды нужно, ё-моё, ребята, чтобы их Тиастегу прокачать. Это трэш, конечно. Так, ну что, теперь давай ежедневки начнем. Так, принять ПВП и кайнозойскую эру. Раз, два, три. Поехали. Да, друзья. Пол ляма за то, чтобы... Ну, полмиллиона еды, 500 тысяч, для того, чтобы поднять уровень их Тиастеги. Сколько же будет тогда стоить Раджастега? Так, что у нас тут получается? Ну, наверное, с атаки начну все-таки. Угу. Так, выпендривается. Выпендривается. Архиофицион вышел. Сколько? Сколько? Вы сейчас серьезно? Фига, у него здоровье 3237. Ну это, ребят, перебор, офигенный перебор. Ну правильно, это гибрид. Блин, я не знаю, сколько он там чего взял. Наверное, надо сделать так, раз-два, раз-два-три. Че, он все будет сливать, что ли, сейчас? Все пять атак? Я не знаю, что он делает, ребят, мне надо его вырубать. Должно сработать, в принципе. Есть. Накатили. Упс, упс. Шесть. Ну, тут понятное дело. Вырубил, довольный такой. Так, у него одну очку действия осталось в запасе, ребят. Так что сделаем вот таким вот образом. На тебе энтеладон. Не пробьет. Не хватит ему. Ну что, я попробую. И все, крышка ему. Ну, красавчик, красавчик. Все, молодец. Маленький такой, с безобразным мордочкой. Но он свое дело знает. Приз любителя. Так, заберем здесь награду. И погнали дальше. Так, я думаю, можно, в принципе, еще сыграть в одну канозойку. Таким вот образом. Посмотрим, кто тут против нас выйдет. 37-й, 34-й. Трындец, короче, ребят. Просто трэш. Ну что ты там орешь? Меняет. Архиотерий. Давай посмотрим.
сейчас возьмет вот этого. Скорее всего. Я был прав. Так, кто у нас тут против него? Ты? Раз, два, раз. Сто 56 к атаке. Ему достаточно провести две атаки, и он нас накажет. Все сливает. Нет, 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 нет. Так, он там все слил, да? Все. Раз, два. Раз, два. Гуляй, Вася. Ну, что ты будешь делать? Давай, не стесняйся. Ну и спасибочки большое. Настало твое время, парень, настало. Покажи ему русского медведя. На тебе. Так, ну что, нам нужно еще один ПВП бой сделать. Получается так. Окей. Так, что нам еще может тут достаться? Лучше бы $200 дали. И получается, нам нужно еще один поединок. Окей. Не понял, дрожь... А, через 3 дня. В плане через 3 дня? Через 3 дня заканчивается? Ё-моё, ребята. Такс, ну слушай, тогда давай начнем потихонечку. Раз уж возьмем Саркозуха, Шунозавра и Скафагната. Ведь не было же, мы же заходили, не было там, ребята, этого допуска. Мы на випке прошли с тобой события и все. Замечательно. Как-то так втихаря они все это сделали. Так, ну что, вырубаем с тобой Галимима этого. Причем сразу же. Так, Рамфоринг прилетел. Явился, не запылился, да? Ну, что ты там пыхтишь? Рискнем? Ну, неудачно, что я могу сказать. Давай, давай, не елось там. Вырубаем. Так, и остается Диплодок. Ну давай посмотрим, как ты сможешь нас победить, а, Диплодок. Хватит ли у тебя силенок нас пробить? Конечно, не хватит, ребят. Конечно же, не хватит. А мы его спокойно вырубаем. Молодец, Саркозух. Вот и все, друзья, вот и победа. Первая, ну, сам понимаешь, это только начало. Тут все будет легко. Так, сразу прилетаем на выживших. Дайте хорошие, нормальные награды. Еды. Еда, мало вы даете еды. Мне нужно тут 500 000. Так, ну что, у нас Зухамимы, кстати, тоже надо не забыть их прокачивать. Тут еще Унайзавры. Возьму на всякий случай Купроз... нет, подожди. Давай возьмем Зухамима.
стегозавра и... И кого? Не, пастозуха не хочу. Прианозуха, вот так вот сделаем. Вот такая у нас будет командочка. Давай смотреть. У него, наверное, сейчас будут летуны. Почему-то мне кажется. Да, колоборинг он взял. Кулазух и алозавр. Начнем. Такой удар, и музыка сразу отлетела. Ну что, ты сейчас будешь тягомотину нести? Я тебя понял. Так, ну что, добиваем его, да? Выходит Кулазух. Ну что тут, ничего не сделает. 48 атаки. Но он все-таки брыкается. Ты посмотри, а? Все-таки брыкается. Раз, два. Вот так вот. До свидания. Ну и вот. А, подожди, ребят, какое до свидания? Нет, я немножко ошибся, не до свидания еще. Сейчас, вероятно, нас тут уничтожат, вероятнее всего. Он почему-то меняется. Это было тупо, глупо и нелепо. Все. Ну, конечно, тут ему придется потратить 2 очка действия. А он все сливает, прикинь. Вот это глупыш. Ну, давай, стегозавр, что нам? Нам вот достаточно сделать вот так. Бамс. И Кулазух покатился колбаской. Да, друзья, победа. Наша очередная победа. Так, смотрим. Обалдеть. Продвижение такое идет у нас. Ну почему вот сюда не выпало? Джунгариптер какой-то выпадает. Какой-то несчастный джунгариптер, который мне и даром не нужен. Ладно. Давай дальше. Динозавров у нас тут пока хватает. Так, берем шуно... Нет. Возьмем Кулазуха, Диморфодона и Велоцираптора. Хочу посмотреть вот на эту команду. Как она себе будет вести. Тем более Диморфодон еще нигде у нас не светился. Опа. Так, жаль, что с одной попытки не выбьем из него дурь. Да ничего страшного. Что-то мне подсказывает, он будет брать летуна. Птерозавра, да? Я прав? Я прав, ребята. Диморфодончик, будь добр, выйди-ка сюда, пожалуйста. Блин, я, наверное, зря так сделал. Блин, сколько у тебя? Ладно, пожертвуем. Пожертвуем велоцираптором. О, красавчик. Ну что ж, друзья мои, он свой выбор сделал.
он слил абсолютно все. Все свои очки 10. Так, 620. Поехали. Дмитрий Ринг. Я думаю, здесь без вариантов, да? Меняет. Я тебя умоляю. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Тут вообще без вариантов. Он ничего не сделает нам. Вообще ничего. Он как бы особо и не старается, я смотрю. Проверим. Вот и все. Досиделся. Он думает, я ничего не буду делать. Ага. Так, ребята, мы переходим в охотники. 10% лучших. И... И они меня решили задобрить монеткой. Какой-то монеточкой. Так, ну что, берем диплотатора, Ютирануса и Эниозавра. Смотрим, что у нас тут. Какого противника? Так, это хорошо. Ребят, как раз все идет под стать. Единственное, что, конечно, атака у нас, ну, вообще ни о чем. Смотрим, будет брать, наверное, Колоборинха, скорее всего. Лабиринтозавра? Хорошо. Давай смотреть. Опять меняется. Ну что, я думаю, что надо его уже уничтожать. До свидания. Ну что, лабиринтик? Что ты будешь делать? Да, конечно, диплотатор здесь вообще, ребят, не в тему. Проверим. Все, до свидания. И выходит Колоборинг. Но ему нужно все слить. Ну, 4 атаки, наверное, точно. Ну, 3. А дальше у нас есть. А он вообще все на слив пускает. У нас есть с кем драться. Давай сюда, выходи. И просто топчик. Вот и все дела. Вот и все, друзья мои, дела. Тут мы тоже справились. Так, смотрим. В лучшие, ребята. 5%. Что нам дадут? Дают нам 375 ДНК. Тоже неплохо. Так, давай-ка выбирать. Выбирать из того, что есть. Наверное, возьму Сфинакадона. Нет. Возьмем Спинораптора, Скафагната.
и вот этого деплотатора. Вот такая у нас будет хищник, птерозавр и амфибия. Сейчас мы посмотрим, кто тут против нас пойдет. Горгозавр. Да, тоже довольно неплохие ребята против нас тут вышли. Ну, естественно, горгозавр сразу испугался. Будет меняться. Да ладно. Не верю. Блин, тут скафагнат, кстати, вот здесь вообще не в тему он будет. Против вот этих травоядников. Видишь, что творит? Окей. Проверим. Конечно, рискую очень сильно. Ничего не стал делать. Раз, два, три, четыре, пять. Этого хватит. Так, опять этот горгозавр вышел. Ну что ты там елозишь? Крышка, да? Нам крышка здесь была, ребята. Ну что? Раз, два, три. И вот так вот. Ух, не добили, ребята. Чуть-чуть не добили. Это плохо. По-моему, тут фейл будет. Блин. Этот паразор, как его там? Паразавр. Все, ребята, фейл. Сейчас, если он сделает 4 атаки, он нас просто порвет. Да и у него и здоровье тут приличное количество. Все, нас разорвали. Немножко у нас... Немножко у меня динозавры не подходили против его команды. Вот так скажем. Или подходили, но слабенькие были. Возьмем Эдиморфодона, Тиранодона и Афиокамима. Давай посмотрим. Надеюсь, травоядников не будет у него. Весь отряд из травоядников, прикинь, сейчас подсунут мне. Хищники. Блин, тут получается... Афиокамим не в тему. Ну чё ты там? Не, ребят, придется выставлять его на мясо. Элементарно. Других вариантов нету. Других вариантов просто здесь нету. Давай сделай так и вот так.
Ага. Ну и что ты там елозишь? 6. 6, друзья мои, он потратил, да? 2 у него осталось. 2 очка 10. Раз, 2, 3. Раз, 2, 3. Раз, 2. Что, на раджазавра все перекинул? Да, ребята, на раджазавра все скинул. Это не очень хорошо, на самом деле. Вырубает. Ну что же, гад. Раз, два. Раз, два, три, четыре. До свидания. Ну, а вот и Зухамим. Не рискнул он, да? Ничего делать. Не рискнул. Раз, два, три. Раз, два. Все, опять нам крышка, ребят. Опять нам крышка. Как они вот это предугадывают, а? Объясните мне. А может быть, я все в защиту поставил, да? Но нет, все равно бежит. Атакует. Мне больше и ходить-то неким, ребят. Нет, есть еще, в принципе. Птеродактиль, ихтистега. У меня очень много летающих. Очень много летающих. Последний поединок. Ну, давайте, показывайте, кто у вас там готов. Тапилозавр, аморгозавр и тиранозавр. Давай начну с атаки. Слушай, он нас сейчас может закрепать. Две атаки все сделает. Что за непруха, а, ребят? Смотрим. Смотри, на 20 уровне сколько у нас хп, в отличие от него. Почти в два раза больше, ребят. Все-таки потратил, да? Все-таки он потратил. Блин. Сейчас он все на этого перекинет, и этот начнет нас тут колбасить. 545. Сколько ему нужно? Две атаки? А, три. Это было слишком жестко. Раз, два. Проверим. Твою налево, я просчитался. Опять проиграли, получается, да? Нет, пока еще держимся, ребят. Раз, два, три, четыре.
Так, вот сделаем. Все, ему крышка. Так, а вот сейчас выйдет тираннозавр. Ну все, он сам себе подписал смертный приговор только что. На тебе. Ну хоть здесь победили. На последнем поединке, ребята. Но вот эти два предыдущих поединка, которые были, конечно, они меня как будто насквозь видели, что у меня тут взято и что я хотел сделать. Растасовали все по полной программе. Так, 75 ДНК. Все, к сожалению, больше некем, друзья, играть. Остается только забрать наши награды и заканчивать серию. Так, открываем. Да, с едой, конечно, очень напряженно, но нам нужно очень много еды, ребят. Если мы хотим вывести Раджастегу, нам нужно прокачать Ихтиастегу. Как-то так. Ну что, друзья, на этом я буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.